Добрый день, дорогие друзья! Как и обещали в прошлой серии, мы начинаем со стенки пивзавода. Владислав, таки что мы знаем за стенку? Да, тоже это место интересное. Здесь, можно сказать, еще в начале 20 века уже, получается, здесь была окраина Перми. Здесь можно еще уже видно обелиски сибирской заставы. Ага. Вот. В 19 веке это была граница города Перми. И здесь тоже уже промышленные всякие сооружения размещались. И вот в начале 20 века было построено как раз здесь очень интересное здание. Сначала оно было двухэтажное, а впоследствии было реконструировано до 4 этажей. В то время это было самое высокое здание Перми, самое интересное. Это был пивоваренный завод Ижевского товарищества. Ага. Вот. В советское время пивоваренный завод работал также по профилю, но в 90-е годы было принято решение перевести производство на окраину Перми, так как это окраина со временем оказалось в центре. Да. В итоге здание стояло, оказалось заброшенным, стояло, так сказать, в ненадлежащих условиях. Потом, когда был сделан проект реконструкции его под жилое строение, заднюю стену разобрали. В итоге то вообще изнутри все перекрытия тоже разобрали, разрушили, все перегородки снесли, хотя там тоже были интересные, в том числе и подземелья, куда это было легендарное место для пермских диггеров. Вот там, как это известно, вот эти кружевые ходы к Каме якобы шли от здания пивзавода. Вот. Но, к сожалению, вот, здание все равно приходило в упадок. Вот, постепенно вот, осталась одна лицевая стена, к ней пристроили специальные металлические подпорки, вот, укрепленные бетонными блоками, которые сдерживали эту стену, чтобы она не упала. И вырастает из него высоточка. Да, и в итоге все-таки, несмотря на то, что это памятник архитектуры, в итоге принято решение, что мы сохранить его не сможем, его снесли. Буквально в прошлом году, и вот сейчас, так сказать, пытаются создать его заново. Почему-то, как мне Миша сказал, рядом с этим, с часовней-усыпальницей, постоянно кто-то жалуется, что зачем вы снимаете церкви, снимать церкви это грех. Но мы не будем считать, что это грех, в Библии же не прописано, что нельзя снимать церкви. Но зато прописано не в Библии, а в некоторой литературе, что данное панно, майоликовое, да? Да. Оно приписывается, угадайте, с 3 раз кому, 3 секунды на размышление, правильно, Рериху. Ну, вообще... Лик похож на Талашкина-Флёнова, отсылаю вас во 2-й сезон, когда мы гуляли по Смоленщине. Так что какие-то мотивы есть, но, может, рериховские ученики, с другой стороны. Что за здание и какая у него история? Может быть, это усыпальница Каменских, или, другими словами, Казанская церковь Успенского монастыря. Успенский монастырь основан тоже Каменскими в 875 году, а церковь закончена в 908. И интересно, что Успенский монастырь не сохранился, его снесли в 30-е, а сама церковь показалась ценной настолько, что ее сохранили даже в 60-е, оставили и в 80-х начали реконструировать
и реставрировать майоликовое панно. Которое мы до сих пор сможем видеть. Интерьеры тоже есть или они не сохранились? Нет, не сохранились. Потому что мне говорили, что как раз интерьеры вот якобы точно Рерих, а с фасада только вот мы можем предполагать. Нет, наоборот, что вы присоединяетесь. Вот. Как вы думаете, Рерих или нет? Рерих? Ну вот. Ну, обычно, когда приписывается Рериху, к сожалению, должен констатировать, чаще всего точно нет. Вечером мы вновь встретились с Владиславом Тимофеевым, чтобы закончить осмотр старого фонда Перми. К моему приятному удивлению, квинтэссенцией вечера стало посещение Пермской мечети. За внешней красивой мавританщиной укрылся модерн. Цветочные капители в растительных формах. Так что, дорогие мои петербуржцы, мусульманский храм с элементами модерна имеется не только у нас. Пермская мечеть удивительно гостеприимна. Хотите фотографировать? Пожалуйста. Хотите снимать видео? Пожалуйста. На выходе еще и конфет нам надавали. Ах да, в поездках я, пожалуй, буду заглядывать во все мечети, которые попадутся мне на пути. А знаете почему? Там можно хоть какое-то время побыть без обуви. Строили, это старинно. Так-то до революции строили. Да, мы сейчас находимся в исторической Пермской мечети. Она была построена еще в 1988 году по проекту пермского архитектора Ожегова. Вот, он строил множество зданий в Перми, в том числе и православные церкви, и вот татарская община дала ему проект строительства мечети. В советское время здесь был архив партийный, и вот в 90-е годы мечеть возвращена верующим. Скажи, что да. эту фразу, что если бы... Я обязательно. Да. В Перми два железнодорожных вокзала и больше, скажем, не популярностью даже, а пассажиропотоком, да, пользуется вокзал Пермь 2, откуда я завтра стартую в Екатеринбург. Вот, но вот если бы я хотел бы, как Антон Павлович Чехов, поехать бы с этого вокзала в Екатеринбург, потому что если бы с этого вокзала ходила моя электричка, то я бы не думал ни о каком 1436 километре, где я сегодня выходил. Ну, я абсолютно согласна, Федор, с тобой, потому что, ну, это действительно одно из лучших вокзальных зданий Уральской грузоводской железной дороги. Автором проекта является Петр Шрейбер. И да, именно с этого вокзала в конце апреля 1890 года Антон Павлович Чехов на поезде уезжает в Екатеринбург, совершая свое путешествие на остров Сахалин. И именно на этот вокзал из Всеволода Вильвы периодически приезжал 26-летний Борис Пастернак. Да, вот у нас сегодня такие связи. Историзм, поздний историзм, а про одну башню расскажите, пожалуйста. Первоначально здание было с одной башенкой, а когда построили перемычку между Уральской грузоводской железной дорогой и основной, главной Транссибирской магистралью, то и вокзал был достроен, к нему была пристроена вторая башенка. Ну, я пошутил, вокзал был увеличен. Тяга к классической симметрии в городе. Однако сейчас основной пассажиропоток принимает на себя вокзал Пермь-2, появившийся в 1909 году в связи с сооружением линии Пермь-Кунгур-Екатеринбург. К сожалению, в 1963 году в связи с увеличением пассажиропотока красивейшее здание вокзал Пермь-2 в стиле модерн было капитально перестроено. Старое здание вокзала запечатлено в комедии режиссера Райзмана «Поезд идет на восток». Тонем в снегу, но тонем в снегу не случайно, а, в общем-то, за идею. Потому что все, что нам остается от главной жемчужины пермского протомодерна, как я бы его назвал, особняка Грибушина или дома с фигурами, правильно? Да. Это боковой фасад. Центральный как раз к моему приезду реставрируется.
Вот немножко я не успел или приехал раньше, не знаю. Ну, будем надеяться. Ну, вот сейчас вы на врезке видите фотографии особняка Гайбушина, центрального фасада. Я сразу задам вопрос, который может показаться идиотским, наверное, но ведь доктор Живаго действительно как бы действие... прототип особняк Гайбушина. Ну, уточним для начала, что Пастернак в Пермской губернии прожил полгода, когда ему было 26 лет. Он жил в поселке Всеволодовильево, но достаточно часто приезжал в Пермь, и, гуляя по пермским улицам, он, конечно, не мог не обратить внимания на это прекрасное здание. И уже много-много позже, когда он работал над романом «Доктор Живаго», то именно Пермь во многой степени, я осторожно говорю во многой степени, но все-таки именно Пермь стала прототипом города Юрятина, а особняк Грибушина стал прототипом дома с фигурами. Совершенно верно. Замечательно. А чем занимался Грибушин? Это такая фигура, которую и в Кунгуре мне сегодня, по-моему, встречалась. Неоднократно, вот. Наверное. Звезда местного купечества, правильно? Да, Сергей Михайлович Грибушин, сын основателя династии чаеторговцев Михаила Ивановича Грибушина. И вот тут вот можно... Мы находимся в сквере Грибушиных. И этот сквер украшает такой стрит-арт, посвященный великому чайному пути. Сейчас мы его тоже покажем. Именно поближе. Так когда-то называли Сибирский тракт, в связи с тем, что по нему шли многочисленные обозы с чаем. А основатели чайной торговли стали кунгурские купцы. Губкин Алексей Семенович и Грибушины. Сергей Михайлович Грибушин из Кунгура переводит свою контору в Пермь, покупает деревянный дом, сруб из лиственницы, в очень хорошем состоянии, приглашает лучшего пермского архитектора на тот момент Александра Бонавентуровича Турчевича, который предлагает хозяину, заказчику, обложить дом с обеих сторон кирпичом, а украсить лепниной, и появилась... то, что мы сейчас с вами частично наблюдаем. Специалисты-искусствоведы подобного рода стиль называют живописным модерном. Но обмолвимся, уточним все-таки, что это модерн не в конструкциях, скорее всего, а именно в декоре, именно в оформлении. Очень интересный угол, такой эклектичный, но все же я бы сказал модерн. Согласен. С этим замечательным эркером. Здание связано с музыкой, да? Да, в этом здании располагалось пермское отделение императорского музыкального общества. Угу. Архитектор, естественно, неизвестен. Возможно, он известен, но сейчас не скажу. Понял. И, естественно, мы должны связать... Как бы, да, с архитектурой модерна в Перми, естественно, не так богато, как в том же Нижнем Новгороде. Но ведь культура эпохи модерна затронула как раз-таки Пермь, насколько я знаю, достаточно основательно. Вот. И я сейчас хочу перейти к фигуре Дягилева. Сергей Павлович Дягилев, мы находимся рядом с его домом. Еще одно замечательное здание на этом перекрестке. Улица Сибирская и улица Большая Ямская. Практически это почти окраина Перми. Но при этом это центр культурный, музыкальный. Дом Дягилева называли «Пермские Афины». И все стремились попасть на вечера в дом Дягилева. И именно в этом доме зарождался талант будущего всемирно известного культуртрегера, выражаясь современным языком, Сергея Павловича Дягилева. Так организаторский что, да. талант. У нас уже сегодня звучал и Чехов, и Пастернак, и вот пусть прозвучит Дягилев. Пусть. Спасибо. У него есть сложная судьба. Это, во-первых, одно из самых старых зданий Перми, построенное в 1799 году. Правда, тогда был это маленький одноэтажный особнячок, принадлежащий одному из первых городских глав Перми, Маеву. Вот. Потом был великий пожар 1642 года, когда весь центр Перми полностью выгорел, в том числе и этот домик.
После пожара дом обошел Дмитрий Дмитриевич Смышляев, это важное лицо в истории Перми, организатор Пермского земства, городской голова. Там он, так сказать, спонсировал строительство Всесвятского храма на кладбище, и здесь был его дом. После его смерти здесь размещались разные учреждения, в том числе одно время была Пермская городская дума, на память о которой на, так сказать, скупленной части фасада был установлен в картуше герб города Перми. Недавно он был установлен, когда после революции был утрачен. Но при Смышляеве как раз здание стало двухэтажным, а уже в начале 20 века был достроен третий этаж, и, скорее всего, вот к этому периоду относится и эта парадная лестница. Рапетовщина, слово, которое стало действительно архитектурным термином, обозначающее в какой-то степени вот этот наивный русский стиль, да, 19-го, даже в какой-то степени начало 20 века, Пермская, 67. Да, ну, для нас это уже начало 20 века, в пермском пространстве историческом был известен как теремок Токарев, действительно такой теремочный стиль, и таких теремков раньше было, до революционной Перми, было десятка-полтора-два, не меньше. Сейчас сохранился практически единственный. Да, деревянного наследия у вас тоже не так и много, но надо признать, что действительно в очень хорошем состоянии. Надо отдать должное владельцам этого домика. Владельцы меняются, но трепетное отношение остается. Да, мы с вами находимся на Ленина. И так вот, постепенно от дореволюционной архитектуры немножко перейдем к архитектуре советской власти, а именно 30-х годов. Что в двух словах можно сказать об этом периоде в Перми? В Перми очень мало таких довоенных сталинских домов. Несколько десятков на весь город. 30, может быть. И этот период интересный, потому что он, с одной стороны, несет черты конструктивизма, который все еще продолжается. То есть ленточное остекление встречается, например, на этом доме. Ага. С другой стороны, здесь уже появляется декор, но декор не просто заимствуется из старых эпох, а переизобретается по-новому. Что мы, например, здесь видим? То, что наверху галерея с колоннадой. Ага. Что интересно. Или, если посмотреть, балясины упрощенные, очень геометризированные, просто цилиндры. Они не пытаются какую-то кривомлинейную форму придать им, что тоже интересно. То есть это такой заповедник достаточно редкой архитектуры для города. А еще интересно, что если посмотреть дома последовательно, то коричневый дом — это конструктивизм 30-й. Следующий дом – это 39-й, довоенная сталинка. Дальше следующий – это 53-й. А дальше начинается уже 54-й. Более типичные. И они типичные. Ага. Ну, в 30-е годы, как я всегда говорю, еще очень ощущаются отголоски дореволюционной архитектуры. Вот. И многие эти здания, бывают, строились выходцами из школы царской России. Спасибо, друзья. С Перми мы пока заканчиваем. Возможно, в Пермский край вернемся в следующих сезонах. До встречи в следующую пятницу в Екатеринбурге. Вот, у меня в этой поездке есть, по-моему, все шансы оказаться в клубе 27. Ну, да. То ветки, то пешеходные переходы, которых нет. Честно скажу, это практически то, зачем я приезжал в Екатеринбург. И действительно ярчайший образец декоративного модерна, который известен в Екатеринбурге как аптека. Как всегда, к моему приезду начинается ремонт теплотрассы, фонтанчик с горячим. Вот кто виноват. Да. Хорошо, то есть что вот эти люди все, которые здесь стоят в пробках, не знают, что это из-за вас. Очень модная была тема переноса домов. В Москве, как мы помним, их катали на тележечках и делали специальные рельсы.
Поэтому не нужно думать, что простой аптекарь, который стоит за прилавком, создал себе такую вот огромную штуку. Это был оптовый фарма-монстр. Фармацевтический магнат. Не встречал ни одного революционного аптекаря с нееврейской фамилией, честно. Это предмет не нашего исследования.